고지쉐 예. 예, 고지쉐 예. 아기 라기 라기 아나가라 아나가라 피르 파라트 피르 파라트 кайф. После ряда резонансных случаев жестокого обращения с животными, ужаснувших международную общественность и неравнодушных казахстанцев, после петиций и требований остановить волну насилия, внимание на серьезную проблему обратило руководство страны. В Актау, Мангистауской области, камнями и палками забили тюленей. Ну, это дикость просто. С другой стороны, винить детей и подростков в этом тоже нет смысла, потому что им никто не объяснял в школе. И тем более дома, что этого делать нельзя. Я уже не говорю о совершенно рядовых, так сказать, в кавычках, случаях, когда там собак душат, сжигают живых щенков и так далее. Я думаю, что министр Аймаламбетов должен задуматься над этим. Вскоре после обращения президента в декабре 2021 года был принят закон об ответственном обращении с животными, ставшим первым в республике законом о животных гуманитарного характера. Заслуживает похвалы работа и по защите животных. Это очень важная работа. Недавно я получил письмо от известной киноактрисы Бриджит Бардо с просьбой помочь проведению работы по защите собак и других животных. Я думаю, что это правильное обращение. Мы должны обратить на него внимание. Мы должны показать себя милосердной нацией и, конечно же, уделять внимание не только защите наших людей, включая детей, но и защите животных. Когда первая радость от этой новости улеглась, оказалось, что для изменения ситуации принятия закона недостаточно, и его требуется исполнять. Смотрите, что делают они! С этого момента война между теми, кто не желает исполнять закон, и теми, кто борется за то, чтобы он начал работать, не прекращается. В его вводной части прямо сказано, что закон регулирует общественные отношения в целях защиты прав и законных интересов физических и юридических лиц при обращении с животными. Закон, который хотят фактически отменить депутаты Мажилиса, добиваясь отстрела, за 2 года своего существования так нигде и не заработал. Попытки его реализации сталкивались с бездействием во всех сферах. Не были разработаны качественные подзаконные акты, те, что были приняты, противоречили друг другу и искажали нормы закона. Не было построено ни одного государственного приюта для отловленных бродячих животных, и ни одному из частных приютов не была оказана помощь с предоставлением или оформлением земельного участка. Работа отловов по стране носила и продолжает носить противозаконный, а часто и уголовный характер, когда животные массово и жестоко уничтожаются. До сих пор не создана единая государственная база по учету животных. Их создано несколько, что сводит на нет саму идею учета животных и контроля за их оборотом и содержанием. Программа обязательной регистрации была провалена на всех этапах. Гарантированную законом помощь в чипировании питомцев не получили малоимущие граждане, инвалиды, пенсионеры и многодетные семьи. Остались за бортом программы приютские и бездомные животные. Массовая работа по реализации программы стерилизации собак и кошек не проводилась. Не проводилась также и разъяснительная работа населению по положениям закона в части прав и обязанностей граждан относительно животных. Не было работы с детьми в школах и детских садах по обучению и правильному взаимодействию с животными, в результате чего значительная часть стерилизованных вакцинированных животных, вернувшаяся в места прежнего обитания, была просто отравлена или убита. Заявления в правоохранительные органы о нарушении правил содержания или о жестоком обращении с животными в массе своей остаются без рассмотрения. Заниматься собаками и кошками в полиции считают делом несерьезным, но отсутствие мер к нарушителям ставит под угрозу именно человеческую безопасность. Единичные примеры правильных действий полиции можно считать скорее исключением из правил.
На фоне бездействия в ключевых вопросах закона происходило еще и организованное сопротивление его реализации, проще говоря, саботаж. Ой, я понимаю, здесь собрались в основном защитники, те, которые на этом деньги делают, на чипирование, на стерилизации. Я извиняюсь, конечно, но... О чем вы говорите? Все, пожалуйста, примите меры. В советское время, когда мы росли, всегда ездили, отстреливали их, убирали. Регулярно в СМИ появлялись заказные публикации о нападениях бездомных животных. Часто это были откровенные фейки. А в публикациях о реальных нападениях намеренно умалчивалось, что совершены они именно владельческими собаками. Вас висузан! Вас висузан! Вас веслёк! Да пошла ты! Вас веслёк! Без намордника! Дебилы, не надо с ней люди, разговаривать. Помогите! Отойдите. Люди, помогите! Меня собаками затравили! Если же таковых долгое время не случалось, чиновники не брезговали прибегать и к откровенной лжи. Так, например, 6 декабря 2023 года с провокационным заявлением о гибели в первом полугодии троих детей по причине нападения бездомных собак выступила Насымжан Оспанова, председатель комиссии по правам детей при Министерстве просвещения Республики Казахстан. Ответы на запросы, отправленные в Бюро национальной статистики в Министерство здравоохранения, опровергли эту ложь. Но ее к тому моменту опубликовали уже все казахстанские новостные агентства. Кому выгодно неисполнение закона? Достаточно широкому кругу людей. Это и простые граждане, не желающие нести ответственность за содержание своих животных и их ненужный приплод. Это и разведенцы, занимающиеся бессистемным разведением животных с целью извлечения прибыли. Это и сотрудники ветеринарных станций в погоне за выполнением плана, и организаторы собачьих боев, и лица, чей бизнес держится на обороте собачьего мяса. У вас же разделаны, да, уже? Да, да, все как положено. Если вы мне будете помогать, вам еще и бонусы будут. Помогать, в смысле? Ну, расталкивать ее. Просто у меня объем большой есть. По Акмолинской области у меня объем большой. На 6 лет я занимаюсь, я знаю, как, вот, что там. То есть как режут, как смотрят? Ну, конечно, все. Допустим, ну, видел у нас в Астане, что они какими-то дротиками стреляют в собак. Дротиками? Без дротика никак вы ничего не сделаете. Дротик обязательно нужен. Ну, если за хвост поймаете. Неподконтрольное бюджетное финансирование санитарных мероприятий и последующая продажа собачьего мяса, жира, шкур превратили отстрел в прибыльный бизнес. Именно в период формального действия закона практически за руку был пойман отловщик в Акмолинской области, осуществляющий многотонные поставки мяса убитых им собак даже в соседние города. Вы ловите на дротик, а потом их разделываете. По-любому, правильно? По-любому, да, по-любому. Они хоть не мучаются, господи? Да ничего не мучается, не мучается, не мучается. Я сам кушаю заведение по стране. Лишь бы дротик повара не прозевали. У меня Акмолинская область вся на моей спине. 18 районов у нас. А, ты типа служба отлова, что ли? Да, да. Несмотря на то, что сам он ничего не скрывал, расследование даже при поддержке прокуратуры продвигалось с огромным трудом и закончилось штрафом. Несмотря на это, отлов бездомных и домашних животных на мясо продолжается до сих пор. Целый год я собирались искать это все. Факт того, что пойманных собак отправляют на мясо, теперь уже не подлежит сомнению. Бездействие правоохранительных органов в этом отношении очень показательно. Если дело акмолинского отстрельщика невероятными усилиями удалось довести до конца, то бойни, обнаруженные в Алматинской области, внимания правоохранительных органов так и не удостоились. Хоть защитники и собрали доказательства отправки собак из государственного отлова на мясо, дело так и не было заведено, а причастные лица не были найдены. Здесь угроза эпидемиологической безопасности тоже осталась вне поля зрения властей. В тех областях Казахстана, где употребление собачьего мяса в пищу не стало традицией, отстрел тоже остается одной из максимально непрозрачных бюджетных трат с высокими коррупционными рисками. А отсутствие контроля за утилизацией трупов создает эпидемиологические риски. Несмотря на заверения казахстанских чиновников в неэффективности гуманных способов решения проблемы бездомных животных, зарубежные примеры свидетельствуют об обратном. Там, где программа контроля за численностью реализуется на самом деле, результаты ее очевидны. В Индии действует программа отлова, кастрации, вакцинации и возврата животных в прежние места обитания.
В Арабских Эмиратах с недавних пор тоже запущена государственная программа помощи бездомным животным, которая предполагает трехэтапный подход к отлову, кастрации и возврату братьев наших меньших. Мы хотели бы их всех стерилизовать. Это здесь самое главное, ключевой момент. Тогда число кошек стабилизируется, и стоимость еды останется прежней. Кошки не единственные обитатели острова. Колония кошек — лишь небольшая часть населения острова. Здесь есть озеро, и там гнездятся птицы, фламинго, морские орлы. И все они живут в гармонии с местными кошками. Кроме этого, она включает в себя образовательные программы и меры по поиску новых семей для животных. Государственные приюты Узбекистана уже сегодня можно считать образцовыми. Их количество увеличивается и является частью работы над проблемой. Поддержка фонда Бриджит Бардо по снижению численности бездомных животных путем тотальной кастрации собак в Афганистане показала ощутимые результаты на примере Кабула, где специалисты работают 6 дней в неделю, проводя в среднем около 60 операций по стерилизации в день. Собак, хорошо перенесших хирургическое вмешательство, выпускают в месте отлова спустя 48 часов после операции. За поддержку в реализации программы кастрации бездомных животных благодарят и в Киргизии. Несмотря на то, что бригады ветеринарных врачей фонда ведут какую-то работу и в Казахстане, благодарить известную зоозащитницу за помощь тут не торопятся. А результаты усилий планомерно уничтожаются сотрудниками ветеринарных станций. Так, например, в Таразе после отъезда врачей прооперированные собаки с бирками были целенаправленно уничтожены сотрудниками государства ветеринарии. Перед началом акции организаторы приглашали их на обучающий семинар, но чиновники предпочли действовать иначе. Печальная новость для Казахстана и неравнодушных казахстанцев. Фонд Бриджит Бардо, который в течение последних нескольких лет присылал в казахстанские города бригаду врачей, обучающих местный ветеринарный персонал и проводящих массовую стерилизацию бездомных и домашних животных, подобную помощь Казахстану больше оказывать не будет. Без письменной гарантии со стороны властей, что животные, прооперированные и вакцинированные за счет фонда, будут неприкосновенны. С учетом того, что наши местные власти абсолютно равнодушно реагируют на беспредел, творимый отстрельщиками, такой гарантии не даст, разумеется, никто. Осенью 2024 года мы ждали подобную бригаду в Караганде. Но судя по тому, что на преступления, совершаемые сотрудниками ветеринарной станции, до сих пор не последовало никакой реакции от областного акимата, понятно, что такого документа с гарантией мы от них не дождемся. А это означает, что работа фонда в Караганде проводиться не будет. Кроме всего прочего, это означает еще следующее, что местные власти абсолютно не заинтересованы в снижении численности бездомных животных на улицах города. Сегодня, после того, как программа стерилизации заработала и в других областях Казахстана, та же картина наблюдается повсеместно. Уничтожаются в первую очередь биркованные стерилизованные животные, и на место их обитания приходят другие, которые начинают усиленно плодиться, обживая опустевшую территорию. Это дает возможность чиновникам заявлять о нерезультативности программы гуманного контроля за численностью и настаивать на возобновлении отстрела. В свете открывшихся фактов понятно, что в сохранении ситуации с бесконтрольным разведением, оборотом и содержанием, а также в поддержании стабильного притока бездомных животных на улице, сегодня заинтересованы люди, чьим коррупционным и противозаконным интересам отвечает создавшаяся ситуация. Привет. Екию, ищу, куртю, бисю, алтау, житю, сигс, тоус,
Вон. Именно они пытаются не допустить, чтобы иссякли финансовые потоки, выделяемые на отлов и поставки собачатины в общепит, составляющих значительную часть отловского бизнеса. Отстрел бездомных животных – неэффективный, убыточный и ненаучный метод регулирования численности. А разрешая владельцам сдавать в отлов ненужных домашних животных, инициаторы поправок за счет бюджета освобождают владельцев от ответственности по содержанию, а также облегчают процедуру поставок собачатины на внутренний рынок. Предложенная экономия на вакцинах от бешенства уже в ближайшее время обернется огромными расходами на борьбу со смертельным вирусом. Кроме того, что отстрел бездомных животных – дорогостоящая и неэффективная мера с высочайшими коррупционными рисками, это еще и серьезный удар по нравственному и психическому здоровью казахстанцев. Сын. Его судороги начались. Ты не знаешь, блял! Маскируясь под заботу о здоровье и безопасности людей, убийства, одобренные и финансируемые государством, сняли нравственный и психологический запрет на проявление жестокости по отношению к тем, кто не может за себя постоять. Взял отца, обает, ходили, огромный он. И они, короче, взяли, усыпили, и полиция вообще туда пошла и пропала, их вообще нет. И он сейчас, короче, шевелится, сильно шевелится. Сегодня это не только собаки и кошки, вырос уровень домашнего и социального насилия. Одобренное насилие стало едва ли не социальной философией, участились случаи нападения на водителя общественного транспорта, врачей, травля в школе и домашнее насилие породили шквал детских и подростковых самоубийств, а также убийств детей собственными родителями, родственниками или опекунами. Количество несовершеннолетних убийц и насильников только выросло. К проблеме животных, страдающих от жестокого обращения, добавилась проблема огромного количества людей, тоже страдающих от жестокости. Собаки очень дружелюбные, вообще не кусаются, как бы я бы их не гладила. Крутые. Собаки не агрессивные, мы все их любим, всем 4-м микрорайоном, 5-м микрорайоном, 6-м микрорайоном, все их знаем, подкармливаем, помогаем, когда они в каких-то ранах появляются. Они защищают наш парк Шевченко от других собак, агрессивных собак, защищают детей, девушек с колясками. Собаки очень тактильные. Очень хорошие, спокойные в целом, они привитые, мы все за ними смотрим. Поправки, разработанные с учетом лучшей мировой практики, позволяют обеспечивать общественную безопасность и эффективно решить проблему бездомных животных. Но для того, чтобы все эти меры оказались эффективными, закон и подзаконные акты должны гармонировать друг с другом, а исполнительная власть должна перестать искать лазейки для их неисполнения. В связи с тем, что в Сенате обсуждают возможность внедрения искусственного интеллекта в работу над созданием законов, в чат GPT были отправлены два вопроса по обсуждаемой теме, и вот что ответил сверхразум. Первый вопрос звучал так: как решить проблему бездомных собак? И вот что на это ответил ИИ. Решение проблемы бездомных собак требует комплексного подхода, включающего программы стерилизации и кастрации, образование общества о правильном уходе за животными, создание приютов и программ для усыновления, а также регулярный контроль и надзор за популяцией бездомных собак. Второй вопрос звучал так: поможет ли отстрел решить данную проблему? Отстрел бездомных собак обычно не является эффективным или гуманным способом решения проблемы. Это временное решение, которое не решает причину возникновения проблемы и может вызвать эмоциональные и этические проблемы. Кроме того, альтернативные методы, такие как программы стерилизации и кастрации, обычно более эффективны в снижении популяции бездомных животных в долгосрочной перспективе. Для решения проблемы бездомных животных в Казахстане собираются внести поправки в закон об ответственном обращении. Что же это за поправки и как они изменят жизнь казахстанцев?
Кейсов с поправками целых два. Один из них не только возвращает нас во времена тотального уничтожения осиротевших собак и кошек, но и несет в себе риски возникновения эпидемии смертельного бешенства. Несколько депутатов Мажилиса, которые предлагают узаконить отстрел, призывают в целях экономии отказаться и от профилактики бешенства у бездомных животных. Ну а разрешение владельцам сдавать в отлов ненужных питомцев, где через несколько дней их собираются уничтожать, превращает закон об ответственном обращении в закон об обращении безответственном. Второй кейс, представленный сенаторами парламента, представляет собой ряд мер, направленных на ограничение рождаемости домашних любимцев, чье невостребованное потомство регулярно пополняет ряды бездомных животных, ограничение бесконтрольной деятельности по разведению породистых животных, кастрацию и вакцинацию бездомных животных, часть с которых вернется в прежние места обитания и будет сдерживать рост популяции грызунов и диких переносчиков бешенства, усиление владельческой ответственности за нарушение правил содержания и многие другие поправки, уже доказавшую свою эффективность в других странах и соответствующие целям и задачам закона об ответственном обращении с животными. Предлагаемый сенаторами комплекс мер покажет результат в первые 3-5 лет с начала их неукоснительного исполнения, тогда как отстрел, производящийся в Казахстане в течение последних 3 десятилетий, привел к тому, что количество бездомных животных лишь выросло и превратилось в серьезную проблему, решить которую возможно только гуманными, а самое главное – эффективными мерами.